Здравствуйте, это канал Максимадзе. Я приветствую вас на нашем очередном выпуске модов на игру «Как достать соседа». И первый мод называется «Что если?». Мы его уже играли, даже не один раз. И вышла версия 1.5, в которой добавили один новый уровень. И автор, как автор сказал, этот мод должен меня удивить. А меня нету в списке, ну и ладно. Короче, неважно, впрочем. Вот этот уровень. Что, если Вуди антигерой? Я так понимаю, этот уровень. Потому что остальные вот эти все, по-моему, я помню. По-моему, я их играл. А вот этот не помню. Что, если Вуди антигерой? В этой реальности Вуди не самый положительный персонаж. Сосед живет обычной жизнью и никому не делал зла. В этой реальности Вуди решил просто так начать издеваться над соседом. Сосед спокойно занимается спортом и музыкой, порой не забывая про гигиену. Вуди психопат, его безумие уже не остановить. Психопатам подсказки не дают. А мне и не надо давать подсказки, я и так все могу. Собственно говоря, давайте-ка посмотрим, хороший этот уровень или так себе. Поехали. Так, ну-ка. Да, ребята, у нас сейчас жара больше плюс 30 градусов. И мы все потеем и не можем спать нормально. О, нифига, не только картинка, даже тут реально Вуди стал вот таким вот. Это первоначальный дизайн Вуди вроде бы. На картинках когда соседа можно найти его. У него и глаза такого цвета там были действительно. Действительно выглядел он там более устрашающе. Стоп, нет. Не знаю, нужен ли нам ключ. Аптечка вроде и так открыта. Так и знал, что он пойдет туда сейчас. Зонтик он как бы есть, но его как бы и нету. По одна палка только осталась. Первый раз такое, кстати, вижу в соседе. Так, что у нас ванны? Нет. Давай, давай, скорее беги. Во, хорош. Есть ли что в холодильнике? Нет, нету. Что он с ним делает? А фиг его знает, что он с полотенцем делает. Но, наверное, его надо измазать вот в этой краске. Я так понимаю. Или в клее. В краске все-таки. А реалистично довольно выглядит с этим. О, угадал, ничего себе. Отлично, ладно. Короче, вчера не выспался, сегодня не выспался, потому что, блин, хоть вентилятор, не, на самом деле вентилятор я не использую, хоть все окна открой, это не поможет, все равно спишь в духоте, это просто кошмар. Нифига себе, прикольно сделали, надо было раковину еще испоганить, я так понимаю. Наверное. Нам еще дают шанс сделать. Я сделал кнопки? Нет, нельзя. Ну а что с ним делать?
куриные ноги. А, нифига себе, прикольно. А, сюда эти, блин, это я не знал, что это отдельный предмет, как может писаться, числиться. Ну ладно, теперь будем знать. Ключик что-то открывает наверняка. Что-то закрыто, но, наверное, ключ когда открывает. А может и нет. Не знаю. Уж явно он не открывает ни одну из этих дверей. Наверное, что-то надо с раковиной сделать. Других вариантов не наблюдается здесь. Так. Давайте попробуем применить ключи на раковину. Нет. Моет он свои копыта здесь. А, краску тоже сюда, что ли? Нифига себе. А, даже вон, видите, след остался, что красненько. Что логично вполне. Так, ладно. Теперь осталось понять последняя пакость где. Что сделать надо с велосипедом? Куда применять ключ? Вот этот маленький. Он явно не от аптечки. Пробовали уже. И шкафов тут никаких вроде бы нет больше. Других. Прекрасная красная вода. Обалденно. Нет, не на велотренажер. А куда ключ-то в итоге? Что-то надо найти и открыть, наверное. Там будет какой-то предмет. Я так понимаю. Мопед осмотреть. А чё, так можно, что ли? А, блин, я уже не успею. Минута осталась. Не успею, скорее всего. Да по-любому не успею. Ну, блин, а что, так можно было? Вы действительно такая фраза подходит. А что, так можно было? Выйти на улицу-то. Да не, не успею уже, да. Давайте сначала. Не знал, что можно выйти на улицу. Был, кстати, уровень, где какой-то, каком-то можно, где можно было выйти на улицу. Оказывается, можно и здесь. Может, это тоже что, если было? Плохая педаль. Мы должны использовать, посмотреть на эту пакость, потому что, зная этот мод, может быть и какая-нибудь новая анимация интересная. Уникальная. Так что мы это сделаем. Все же мы это сделаем. Так, давай уйдем. Пусть он уйдет. Мы возьмем кнопки. Вот эти. Канцелярские, собственно. И начнем пакостить прям в ванной. Сюда краску. Туда же. Однако так и не ясно, зачем нам нужен ключ от аптечки. Вот это вот сделать.
прикольно, да, мне понравилось. Хороша анимация, хороша. С красной водой. И вообще с краном прикольно он сделал. Ну отлично, вот теперь точно все готово. Так, давай. Зеваю, потому что сегодня не очень-то я выспался, я еще раз говорю. Ну как можно в такой духоте спать нормально? Ну, вообще. И без одеяла, и с открытыми окнами все равно. А с вентилятором можно, кто-то скажет, включить. Только ведь вентилятор будет спать мешать. Он же шумит. Так что тоже не очень-то такое решение. Это хорошее. Ну да, есть прикольная анимация, но не очень прикольно, как я ожидал, но тем не менее она есть. Вот и теперь интересно, будет ли какое-нибудь изменение, если мы попадемся на глаза соседу? Дизайн прикольный, конечно, у него. Прикольно раскрасили его. Ну, анимации новых нету, но все же, как мы видим, он действительно перерисовал его. А в других уровнях он будет стандартным или таким же? Стандартным будет. Прекрасно. Все проработано, все отлично. Ну что ж, мне этот... А, этот уровень были. Этот уровень мы уже видели. Ну что ж, этот уровень новый неплохой получился. На мод я ставлю по-прежнему галочку. Отлично. Замечательный мод, будем надеяться, что он не забросится, как многие другие хорошие моды, вроде неудачного круиза или микса, а выйдет в полном объеме, так сказать. Давайте перейдем к следующему моду. Когда следолетние каникулы, короче. Здесь у нас указана дата в фризе и 17 мая. Летние каникулы. Ну что ж, неплохо выглядит, в принципе, пока из того, что я вижу. Давайте посмотрим, что у нас тут. Сосед в доме культуры. Сосед думает, что он будет наедине. Как мы скоро увидим, наш сосед тут еще типа. Он сидит и радуется, что купил кресло. В доме два соседа. Один из них не трогает Вуди. Интересно. Интересно, посмотрим. Но соседу не нравится такой дом, потому что по ночам издают странные звуки, но Вуди нужно поразвивать соседушку. Сосед прав, ему нужно переехать, пока не поздно. Но Вуди за ним. Новая информация от Фризи. Аю. Как правильно, не знаю. Не могу, сложно прочитать. Будет новый мод под названием «Когда сосед жаркие каникулы». Хорошо. Загрузочный экран довольно-таки прикольный. Получается, что соседа два, но один из них просто стоит и танцует здесь. Здесь должен быть комод, но что-то он тут не наблюдается. И ванна тут не наблюдается. Есть конфетки какие-то очень кислые, как он заверяет. Да, жаль, он только пляшет, немножко на воздухе висит. А не на полу стоит. Я вообще думал, что тут будет это. Он сказал два соседа. Я думал, неужели два соседа будет ходить тут?
Могли бы, знаете, какую мод еще сделать тогда? Чтобы это... Вуди заходит в дом, а там много-много-много-много соседей. Много клонов соседа. А чё, ничего не подходит? А, просто так, что ли? А эту я не сделал, забыл я. Ну ничего. У нас есть ключ. Наверное, он подходит на кресло. Нет. 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 Я, к сожалению, не успел убежать. Попробуем еще раз, давайте. Бомбанул сосед второй и завис, правда. Ну ничего, теперь хотя бы понятно, что к чему. Очень даже понятно, что к чему теперь. Так, здесь начнем с этой комнаты. А что ты туда-то пошел? Так. Здесь так у нас можно использовать. Удивительно, удивительно. Ну это по-любому клей. А, как не клей? Странно. Яйцо в кресло вроде. Держи, друг сердешный. Кушай, не обляпайся. Приятного аппетита. Зачем клей, не знаю. Может, он и не нужен. Итак, уже две пакости осталось, а мы две сделали здесь. Ах, вы гады! Вы моего клона поганите. Ну ничего, сейчас починим. Вот. Отлично, дайте посидеть в кресле. Ой. Слово процентов замечательно. Интерфейс, кстати, с какого-то другого мода взят, я помню. У телеэкрана. У соседа дома есть волшебник, который колдует ему пиво. Время от времени он заставляет себя встать и тащится к волшебнику за новой бутылкой. И Вуди заходит в дом. Волшебник не замечает Вуди, потому что он колдует. Там же сосед не видит Вуди, пока он сидит на кресле. Следить за тем, о чем думает сосед. Хорошо. Понял, принял. А замечательно вообще. Ничего себе. Можно прятаться здесь. Не совсем понял, если честно, но да. Где же тот волшебник? Вот этот, что ли? Ну, вообще... Ну, это по-любому сюда, других вариантов нет. Эй, стоп! Чуть не лоханулся. А, с этим ничего сделать нельзя. А, он не видит нас, когда в кресле шарится. Вовремя ушел я сейчас.
Поэтому типа спрятались вот так. И за пивом ходит он сюда. Подменим это пиво на это. Да не успею я. Не очень-то он долго бухает. Только зачем лампочка, не знаю я. Понятно, от чего пила. А курсор спрятаться и там тоже спрятаться. Странно. Надо будет это проверить. Статуя-то маленькая какая-то, Сима. Так, проверим, можно ли прятаться за этим креслом. Прятаться не... А, или можно? А где он? Опа! Нифига себе. Нет. Давай, успей спрятаться. Нет. Да, блин, не хочу переигрывать, ладно. Но он же начал прятаться, как он не успел-то, ё-моё. Что, почему я проиграл? Ладно, неважно, блин, давайте. Следующий уровень. День рождения соседа. У соседа день рождения, как всегда, он празднует зомби. Зомби? Ну, замечательно. Между делом, он запускает заглянуть в почтовый ящик, а вдруг там пришла открытка или посылка с подарком. Вижу я автомат из «Как соседа 2» уже на картинке этот. С игрушками. И он действительно есть здесь. Но он типа комод здесь. И вместо игрушек в нем вот это. Фломастер? Вы уверены, что это фломастер? Это баллончик с краской, по-моему. На заблуждение вводите вы меня немного. Как это нельзя на туалетную бумагу? Да. Ерунда какая-то получается. А, вот он, зомби. Ясненько, ясненько. Сосед глуп. О, очень четко баллончик вот рисует. Никакого вреда он нам не причинит. Как ты не насвечен? Вот это что ли? Зачем тогда? А зачем тогда петарда мне нужна? И кладем мышеловку, собственно, туда, куда вы знаете. Ой, я,
Да, вот сейчас пакость с унитазом еще. А, нет, подожди, унитаз же это не... Мы не забивали бумагой. Неужели шутиху надо в унитаз засунуть? Я так понимаю. Только сейчас вот додумался, надо проверить. Зомби, конечно, очень страшно выглядит. О, жесть. Я же не успею убежать. Почему в шкаф нельзя спрятаться здесь? Ну ладно, я не буду это проверять. Я догадываюсь, что будет при этом. Сосед без света. Почему так темно? На лице... На улице был сильный гром с молнией, а такого сил удара грома везде отключили свет. Вуди стало скучно, он летит пойти к соседу. У соседа тоже темно. У соседа включен телевизор, который дает ему хоть какой-то свет. Только да, действительно, как же у него телевизор-то работает? У него дистанционное управление какое-то, что ли? Соседу не скучно, вот у него и у него и пирог. Да, темновато как-то. Только шторки... Как, темно так, как будто закрыты шторки, но они при этом не закрыты. Так. Как нет? Так как нет-то? Че, он прикалывается, что ли, давно или че? А почему тут... А почему спрятаться нельзя? Да блин, да ты прикались, ну серьезно. Да куда же я тут спрятаться тут должен? Да куда же мне тут прятаться, блин? Ай, дальше что у нас? Играющий сосед. Соседу включили свет, и Вуди опять за свое. Он берет телефон, заставляет соседа идти туда, где дети играют возле его двора, и неудачно попадает ему в окно. Он ругается на них. Сосед играет пьяно, хочет научиться играть. Вуди делает ему нервную вечеринку, конечно. Сквозь это... Дверь проходит. И шкаф вообще просто замуровали. Тьфу. Бесовские штуки. Ну, мод, конечно, гораздо менее хорошо проработан, чем предыдущий, но у него и. Но зато у него есть концепция. Измененные, что измененные предметы, измененные локации местами. Прикольно. Нет? А это? Нет? Нет? Стой. Мыло что-то нельзя положить. Не знаю почему. Медведи закидывают мяч в окно гораздо позже, чем он прекращает играть. Как-то это немного странно. Не находите ли? Ты думал? Так, здесь холодильник тоже замуровали. Фиг знает зачем. Грязная микроволновка, но нету текстурки, что она грязная. При этом. Так, ну вот это сюда по-любому. Mm-hmm.
Так. Здесь фломастеры, ты понял? Нет? Мыльцо? Вот это? А, мы же применяли. Стоп. Мы же это применяли. Блин, я забыл. Я забыл набрать и отвлечь его от этого. Но, видимо, мыло туда подложить. Только можно. Ничего другого не наблюдается. Появляется телефон с задним фоном. Или еще и. Ну, я так понимаю, и мыло надо на шар для боулинга, на шар, на мячик, или что там было. Других вариантов я просто не наблюдаю. Нет, не мыло. Это? Нет, не это. Это? Не это. Блин, нафиг его знает тогда. Ладно, что у нас по банному дню? Если ты засоришь унитаз, ты сможешь оттуда взять вещи. Нифига себе. У Сета появилась охрана, но он пропустил Вуди. Все думают, что спокойно пройдет вечер, но он не думал об охране. Великолепная у него охрана, конечно. А если бы и была охрана... Это волшебник, а не... Волшебник у него охрана, блин. А если бы и была охрана, Вуди бы нашел способ. Через окно, например, бы зашел. Это что такое? Да ты угораешь надо мной, что ли, или что? Ой, господи, ну почему все так криво стоит, а? Здесь, жаль, нету дверей. Да, блин, ну ты прикалываешься, что ли? Ну и серьезно. Че так усложнили-то ее? Сразу, короче, туда. Я, кстати, догадываюсь примерно, что мы можем, что за вещь мы возьмем из унитаза. А, нет, нифига. Логики нету здесь. Я думал, он какое-нибудь говно оттуда вытащит. Так было бы логичнее. Но нет, он фиг пойми, откуда это вытащил там. Вот это. Это его на время отвлечет. А мы это уже сделали. Что же тогда с конфетами надо делать? Странно, как-то не могу все это. А, он само себя нарисовал. Рисовать-то он, похоже, умеет.
Либо это... Либо это какая-то волшебная краска. Мод вроде бы и не очень прикольный. Видно, что человек старался, но... Ну, точнее, прикольный, но гораздо менее, чем предыдущий. Ну, наткнется он на это. Ты там же еще две пакости должны быть. А вот какие, я не знаю. Ничего больше не нахожу я. Да, короче, фиг его знает тоже. Ну, а здесь у нас еще пикник на балконе. Снова здорово. К соседу приехал его друг и сын Ольги, оставили присматривать ротвейлеру. Толстяк убрел наверх, оставив полный холодильник еды. Сед хочет пожрать сосиски, да еще ест он и ест мясо. Вот это да. Мясо он купил в магазине, также он кормит всех мясом, даже сына Ольги. Рано сосед забыл про Вуди. Сосед не замечает, как Вуди проникает в него дом. Пора развлечь соседа, у Вуди полно мяса. Хорошо, давайте посмотрим. Хотя бы посмотрим. Я уже думал, ты приготовился. О, может, это не друг, это брат-близнец его. Который жопой тычется в опрыскиватель для растений. Ну, короче, если... Ого, нифига себе, кровать перевернута, ничего себе. Короче, если хотите, сами пройдете. Давайте остановимся на этом. Ну, а моду я поставлю плюсик. Очень-очень прикольно сделан мод, но... Есть ощущение, что что-то в нем недоработанное. Либо я тупой, видимо, не могу уровень пройти. Короче говоря, пишите свое мнение по этому моду, какую бы вы поставили оценку. А мы идем дальше. Далее у нас идет хардкор. О, это же говно. Фу, какая жесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, закрой это дело. Господи, чуть урос не надорвал. Так, вот, кстати, тот самый первоначальный дизайн Вуди. Собственно, видимо, этот автор. Видимо, так зовут автор. Да, точно. Ой, фу, какое говно. Уйди. Это Ruffle мод. Написано там, по-моему, было. Это не Ruffle мод. А, не Ruffle мод. Ясно, ясно. Фу, говно. Причем, ну и ладно, там говно собачье. Но вот здесь говно такую фотографию он поставил, что это просто отвратительно. Приятного, кстати, аппетита. И извиняюсь перед всеми, кто сейчас ел. Или ест. Вишневый пирог. Ну, то же самое описание абсолютно, что в этом оригинальном уровне. Собственно, мы видим демку в своем полном распоряжении, так сказать. Все те же три уровня. Также третий уровень без описания и названия. И музыка из демки. А вот фон в этом меню из полной версии взят уже. И шрифт тоже. Ну, давайте посмотрим, что в этом моде, да почем. Ну, я вижу, курсор изменен. А больше что-то я изменений не наблюдаю пока. Но это может быть только начало. Ай, ненавижу эти звуки. Не люблю хардкор. Ah!
Да, блин, достали уже эти звуки. Эх ты, не успел. Анимация такая же будет, да? Ладно, давайте. Ладно, давайте все равно пройдем. Я хочу попробовать это пройти. Это один из самых легких уровней вообще в хардкоре. Но что-то не успел я добежать до шкафа все равно. А, и потому что не надо было портрет разрисовывать. Вот почему. Это должен, он должен на портрет в самом конце посмотреть. Музычка нравится мне, это как я уже много раз говорил. Звуки тут в основном, по-моему, взяты из демки. Как раз таки. Звуков из полной версии я что-то пока не наблюдаю. Впрочем, звуки из полной версии очень пугающие. Теперь надо было рисовать портрет. Давай быстрее. Ну правда, в демке он, кстати, не топал ногой, он просто стоял. А, хотя полный вес уже топал ногой. Ну как топнул? Не топнул прям, постухивал. А, вот это смех Бабы-Яги из клипа «Потеря на дальних берегах». Собственно говоря, полной версии его удалили, кстати. Заменили на другой. Время смывать кровь. Ну давайте так быстро глянем, есть ли тут вообще изменения или нет. Похоже, что нифига. Ну не, а, блин, тут же нельзя выйти. Можно только на паузу игру ставить. И даже на эскейп не работает. А что пусть он нас стреляет? Проходить я это не буду, конечно. Это и так много времени уже на моды тратим мы сегодня. И, и третий уровень, ну, собственно говоря, тоже без изменений, я так понимаю. А-а-а, подождите, а тут он ночью вставил, прикольно. Так-то в оригинале там, ну правда здесь окно не ночное, нифига. Причем ночь очень сильно отличающаяся. Выглядит даже атмосферненько. Так. Ну что ж, ладно. Это самая ночь побудила меня. Эта самая ночь побудила меня поставить этому моду плюс-минус. Так я сначала хотел ставить вопросительный знак, то есть ничего по сути не ставить. Потому что, по сути, тот же самый хардкор, просто та же самая демка, просто что вот есть настройки, в демке не было настроек. Но ночь мне понравилась, как выглядит. Не знаю, он ли ты это сделал или не он, но тем не менее. Плюс-минус путь будет.
Ладно, на сегодня давайте закончим. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Еще какой-то подписчик присылал какую-то там новеллу. Я не открывал, не знаю, мод это или не мод. Но я еще раз напомню. Прохожу моды по очереди, по порядку их присылания. Но, правда, не исключаю, что могу иногда перепутать. Но я обычно стараюсь этого не делать. А если путаю, то, пожалуйста, извиняйте. Подписывайтесь на стримский канал, на влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.